На заседание районной коллегии приехала большая делегация засовского поселения. Сотрудники сельской администрации, общественники, фермеры и участковые. Они должны услышать оценку от районных специалистов и определить направление работы в 2015 году. За отчетный период, то есть в 2014 году, засовскому поселению удалось улучшить некоторые показатели. И в общей таблице это поселение поднялось с 5 на 3 место. Районная коллегия делает вывод. Аппарат администрации пересмотрел позицию и исправил существовавшие на тот момент недоработки. Но между тем работать есть еще над чем. Одним из важных событий прошлого года стали выборы депутатов засовского поселения. Новому совету вместе с администрацией предстоит заниматься вопросами развития территории в ближайшие годы. Избран новый депутатский корпус, уважаемые и достойные граждане поселения. Администрация засовского сельского поселения Лабинского района является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. В целях улучшения деятельности аппарата администрации в декабре 2014 года было проведено перераспределение вопросов местного значения поселения, а их 41. Между ее специалистами внесены соответствующие изменения в должностные регламенты специалистов. Эти изменения были согласованы с депутатским корпусом. И я думаю, сработают в целях эффективности работы администрации поселения. На территории засовского сельского поселения нет крупного налогоплательщика. Зарегистрированные осуществляют деятельность только 66 субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном это крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2013 годом их количество увеличилось на 7. В рейтинговой таблице по темпам роста количества хозяйствующих субъектов к уровню прошлого года поселение занимает первое место среди 13 поселений района. На территории засовского сельского поселения проживает почти 2800 человек, из которых 55% – это жители пенсионного возраста и дети до 18 лет. 45% или 1237 человек – это граждане в трудоспособном возрасте, из которых только 191 человек занят в экономике поселения. Более 60-50 человек работает в других поселениях Лабинского и Мостовских районов, и 148 человек выехали за пределы поселения с целью трудоустройства вахтовым методом. По уровню безработицы засовское поселение на втором месте, нетрудоустроены меньше 1%. Тем не менее, коллегия напомнила активу о региональной программе занятости граждан, по которой в 2014 году 20 безработных граждан Лабинского района, один из них житель засовского поселения, получили помощь на открытие собственного дела в размере более 117 тысяч рублей. В рамках антикризисных мер правительства сегодня возобновляются программы общественных работ, продолжить работать и программа по занятости. Поэтому местной администрации необходимо активизировать работу в данном направлении. На территории поселения зарегистрировано 20 действующих крестьянско-фермерских хозяйств и 6 индивидуальных предпринимателей с правом ведения сельскохозяйственной деятельности, в землепользовании которых находится около 5000 гектар земли и которые занимаются производством не только продукции растениеводства, но и животноводства. Однако в этом направлении агропромышленного комплекса поселения есть свои проблемы. 6 владельцев паевой земли, бывших КФХ поселения, до сих пор не привели в соответствующее с действующим законодательством свои земельные участки. А это значит, что бюджет поселения не поступает земельный налог. Администрация уже направила письма неплательщикам. Засовская удерживает лидерство в районе по темпам роста среднемесячной зарплаты. Она выросла на 26% и теперь более 17 тысяч рублей. Среднерайонный показатель превышает 21 тысячу. Коллеги рекомендуют продолжить работу по увеличению зарплаты, ведь от ее уровня зависит увеличение поступлений НДФЛ, а это основной источник доходов. У поселения неплохие перспективы инвестиционной привлекательности. Открытие нового предприятия позволит увеличить количество рабочих мест и, как следствие, вырастут поступления в бюджет. Было подписано инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству форелевого хозяйства. Значит, общая стоимость проекта более 230 миллионов рублей. Что это даст вам? Окончание реализации проекта 2017 год. Это позволит вам, согласно вот нашим расчетам с инвестором, дополнительно создать 40 рабочих мест. А это значит, что дополнительно минимальная сумма ваших поступлений в бюджет увеличится порядка от 120 до 150 тысяч. Это только ваш бюджет. Я не говорю о консолидированном бюджете. Поэтому администрация района, глава района не забывает о каждом поселении и занимается привлечением потенциальных инвесторов на вашей территории.
Глава района сделал акцент на работе с молодежью. В бюджете поселения, по мнению Александра Сачикова, выделена недостаточная сумма на это направление. С появлением газа в Засовской стало больше оставаться молодых семей. Численность населения растет. А потому поселение должно развиваться. Замглавы района Василий Клюев поднял вопрос водоснабжения. Который год мы говорим о том, что в свое время были вложены определенные деньги краевого бюджета в обустройство водозабора, в развитие сетей. Сеть от водозабора подошли к жилым домам, подошли к детскому саду. Дальше вопрос замер на месте. Год назад в этом зале мы давали рекомендацию, Сергей Викторович, поиска человека, поиска организации, поиска инвестора, который бы взял, пока не поздно, и возродил централизованное водоснабжение. Нет централизованного водоснабжения, нет централизованного теплоснабжения, нет и предприятия ЖКХ. Остается не так много вопросов, которые вы должны решать. Ну, и вот мои коллеги сказали, довольно высокий рейтинг по проценту освещенных улиц не дает вам права успокоиться. Еще целина непаханная по Засовской, по освещению. Благоустройство поселения определяет уровень жизни и демонстрирует отношение власти. О перспективах ремонта дорог рассказал Сергей Перевалов. В 2015-му уделят внимание дороге в соцгородок. Искали возможности, планируем вам направить 1 100 000 рублей и плюс средства вашего дорожного фонда, это 1 650 000 рублей. Поэтому это 2 700 000 в 2015 году на дорогах Засовского сельского поселения будет освоено. Планы большие, плюс район планирует, мы вошли в план, мы планируем сделать дорогу из Засовской в соцгородок. Поэтому вот общая картина по ремонту и содержанию дорог в Засовском сельском поселении в 2015 году должна быть положительной. Прозвучали замечания по организации придорожного сервиса. Через станицу проходит региональная трасса. К ней засовцы несут выращенную продукцию. Райцентр готов предоставить возможность реализации на ярмарках, но и в станице нужно организовать цивилизованную торговлю. Все люди выносят на обочину. Мы вынуждены их штрафовать. Милиция, ГАИ. Но я думаю, что сегодня есть и территории, и площади для того, чтобы это все сделать. И это надо делать, Сергей Викторович, и в перспективе развития и личных подсобных хозяйств, и теплиц, и так далее. Более того, вы правильно сказали, что сегодня ваши участвуют в ярмарке. Мы готовы еще больше ваших принимать на ярмарке. Сегодня у нас не одна ярмарка выходного дня работает, у нас работают ярмарки практически всю неделю. Между тем, Олег Кухно положительно отметил работу Засовской администрации с переселенцами из Украины, которая, по мнению замглавы района, прошла на высоком уровне. Сергей Суховеев обозначил три вопроса, которые считает нужно решать в ближайшее время. Один из них – высокая аварийность на региональной трассе. Движение интенсивное, а пешеходные переходы не освещаются. Бюджет Засовского поселения не может оплатить освещение, ночного освещения, чтобы 11 пешеходных переходов по закону они должны быть освещены, а у нас по статистике гибнут люди, гибнет скот на этой дороге, и я не знаю. Хочется поиметь выгоду из того, что дорога есть, хочется сделать небольшой рынок, хочется многого, но вот это одна проблема. Вторая проблема, это, конечно, теперь доведение до ума газового хозяйства, это оформление юридически его, оформление в собственность, это определенные затраты, это определенные деньги. Вот. И третья вот такая задача, тоже очень важная, это газификация поселка Соцгородок. По результатам соцопроса, который озвучил глава района, 50% жителей поселения положительно оценивают работу своего главы. Лишь 5% считают ее отрицательной. С большинством согласны и районная коллегия. Мы видим, что станица не оставлена и не обделена вниманием со стороны края, со стороны района. Все замечания мы высказали вот этим составом. Поэтому берите на вооружение, жизнь продолжается. Мы с вами не в зоне отдыха, мы с вами в зоне очень напряженных и различного уровня хороших и плохих жизненных ситуаций. Но имейте в виду, когда вот эти все происходят кризисные явления, роль государства и контрольных функций государства, она резко усиливается. О чем вот здесь то же самое говорилось. Поэтому я думаю, что в целом надо дать положительную оценку работе главы. Сергей Суховеев и актив Засовской администрации услышали не только мнение главы района, но и получили целый ряд рекомендаций для работы в 2015 году.
Засовская достаточно успешно работающая администрация, она много сделала, и глава Сергей Викторович, он немало там потрудился, особенно по газификации и старания по благоустройству станицы. Однако есть вопросы, которые требуют жители сегодняшнего решения. Поэтому достаточно жестко шел вопрос и по личным подсобным хозяйствам, и по землепользованию, и по благоустройству, и самое главное, по формированию бюджета, потому что времена очень сложные, непростые. Выступили специалисты со своими предложениями, замечаниями. И разговор, в общем-то, получился достаточно конструктивный. 2,5 часа – это разговор о жизни станицы. Впереди у них отчет будет депутатов, главы перед жителями станицы, поэтому как бы в деталях проговорены все вопросы, определили перспективы на 2015 год, на этот год. То есть в целом получилась положительная оценка, потому что намечены неплохие планы, все-таки сделано тоже немало. А учесть замечания и предложения, которые здесь прозвучали, ну это просто жизненная необходимость. Поэтому пожелаем засовцам успехов. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лабан».